Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 27 октября. Память святых мучениц Капитолины и Эротиады. Все святые жили при императоре Диоклетиане и правителе Каппадокии, восточная часть Малой Азии. Зелекинтия, святая Капитолина, происходящая из богатого и знатного рода, все имущество свое раздала нищим, а рабов отпустила на свободу. Как христианка, она была схвачена и заключена в темницу, а затем, не согласившись принести жертву идолам, усечена мечом. Служанка ее, Эротиида, была подвержена истязанию палками за то, что бросила, заступая за госпожу, правителя камнем. Оставшись после истязания невредимою, она также была усечена мечом. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.